звуки оркестровой музыки разносились по улицам Самары, провожая лето. В течение 3 месяцев жители и гости города могли прийти послушать живую музыку к памятнику Александрийским гусарам. В эту пятницу состоялось торжественное закрытие сезона проекта «Летние вечера духовой музыки». Вновь прозвучали полюбившиеся всем композиции «От марша до танго». Для гостей выступал военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Ворушилова. Сегодня у нас, как и все лето, происходит праздник небольшой для жителей города, для наших гостей. Военные дарят свое искусство всем жителям города. Помимо этого, в программу финального концерта включили прочтение стихов, написанных офицерами 5-го гусарского Александрийского полка. Некоторые стихотворные произведения были забыты, но прозвучали вновь этим вечером впервые за сотни лет. Все мы знаем о прославленном 5-м гусарском Александрийском полку, который в 1910 году прибыл сюда, на берега Волги, в славный город Самара. Но мало кто знает, что большое количество творческих людей служило в полку. Это такие, как Гумилев, Петрушевский. Участники военного оркестра одеты в полевую историческую форму 5-го гусарского Александрийского полка. Именно такую носили гусары в период своего пребывания в Самаре с 1910 по 1914. Сегодня, в дань памяти о прославленных Александрийских гусарах, 15-я отдельная мотострелковая бригада носит их имя. Самарцы с удовольствием приходят на вечер оркестровой музыки 2-й год подряд, приводя с собой друзей и близких. Всего за это лето было отыграно 6 концертов, каждый из которых был по-своему незабываем. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.